Всем привет. Идем с Рыжиком на прививку. Где делали, туда же идем, на архивную ветеринарную клинику доктор Лукьянова. Может быть, здесь у кого-то? Да, ладно. Сделали ему прививку. Ну что? Что? Что ты чухаешь? Блохи замучены. Кусают? Да. Нет, вроде. Все, лейбы поставили Рыжику. То, что прививку сделали. Идем на море теперь отдыхать. Ну, вроде все нормально. 2500 стоит. Осенью делали, он сказал, 3500 будет. Я не знаю, по старой цене сделал. Импортный препарат от всего, короче. Там 8 наименований этих разных. Ну что, раз 15 на улице. Смотрите, как школу сделали красиво. Высший пилотаж. Высший пилотаж. Вот на Севастопольскую уже плитку положили. Асфальт. И до Володарской улицы там впереди. Это такая школа. В такой школе и я бы хорошо бы учился бы. Да, Рыжик? Вот Николай идет. Местный житель, подписчик. Это гостиница Риана. Смотрите, гостей что ли ждут. Марафет навели, полили ход, полили вход. Ты, оказывается, еще бегать можешь после перевивки, ну, Рыжик. Ну, что за пес? Варианту пошел. Ветерок поддувает. Сейчас посмотрим, что с морем. Ага, велосипедиста увидел. Видите, ветерок какой? Ага. Ой, тут не погода, одним словом. Ветер дует. А, Рыжик уже спустился, смотрите, к речке бежит. Он голубей гоняет. Рыжик водичку пьет уже. В речку дошел. После прививки надо остудиться, говорит. Пивка надо, говорит, вкинуть после прививочки. Кто-то сушняк долбит. А вот, смотрите, мартын местный. Вот в углу тут мастырит ларек какой-то. Киоск. Ох, нихера, Рыжик. Рыжик аж грудью, короче, это, в реку лег. Успехи делаешь, Рыжик. Сегодня еще вода чище в реке. Успехи делаешь, брат. Брат Карыжик.
течение большое. Лосось тут у нас водится по течению вверх и до самого Учунцу. Представляете? Поэтому рыбалка запрещена. Лосось, форель. Другую, конечно. Оп-оп-оп-оп. Иди, да, иди сюда. Переходи давай, вот здесь, где поглубже. Воду пьет, вот смотрите. Грудь опустил. Если смоет, не ссы, я тебя достану. Давай, иди сюда. Пошли в море, в море. Пошли вот так вот. Иди, иди, рыжик, по речке. Пошли. Удовольствие получает. Отстань, блогер, говорит, достал ты меня. Вчера, говорит, 10 километров прошли. Порожняком ходил. Без игры, без ничего. Сегодня опять что-то хочешь замутить. Волны, смотрите, какие. Спортсмен роет, там землю роет. Ногу назад. А вторую ногу что, не вытащил? Поза туриста. Вторая нога где? Давай, вытаскивай. Напугался, что ли? О, тоже мне друг. Рыба была бы, еще бы Ялта, вообще хорошо было бы. Рысь, что-то обиделся.